Оперативниками профильного подразделения полиции города Майкопа успешно реализован комплекс мероприятий, организованный в рамках специальной операции. В результате выявлена незаконная деятельность индивидуального предпринимателя по продаже алкоголя в развлекательном заведении города. Получив первоначальную информацию, полицейские разработали комплекс оперативных мероприятий. Сразу реализовать его не позволял важный аспект. Незаконная торговля спиртным скрывалась за легальной деятельностью заведения. В итоге, осуществив проверочную закупку, оперативники изучили изъятую в заведении документацию. По результатам установлено, что лицензии на реализацию алкогольной продукции в развлекательном учреждении не имеется. Произошла мероприятие контролирующая закупка. Поступила информация, что вы реализуете алкогольный продукт. Всего в помещениях полицейскими было обнаружено и изъято 49 наименований спиртного, которое направлено на исследование экспертам МВД. Результат послужит основанием для принятия соответствующего решения. После завершения мероприятий стражами правопорядка составлен административный протокол, а материалы направлены в суд для рассмотрения.